Перед началом этого ролика я хотел бы попросить вас поддержать меня и поставить лайк, потому что каждая серия шоу «Жизнь на прокачку» дается мне достаточно сложно, и, если честно, мне нужна ваша поддержка. Буквально неделю назад со мной связалась мама подписчика и рассказала трогательную историю о том, что ее сын – фанат Тимати и Блэк Стара. К сожалению, живут они очень далеко, находятся они в Кисловодске. Живут они небогато, и поэтому я принял решение купить им билеты в Санкт-Петербург и сводить пацаненка в Блэк Стар Бургер. Вообще в Ленинграде первый раз, не знали, какая здесь погода, как одеваться, что делать. Вот мы один раз были в Москве, но очень давно, это Васе было два с половиной годика, и лето вообще было, поэтому в общем, мы тут спонтанно, сумбурно собирались. Сапоги мы позавчера ему пошли покупать зимние, потому что поняли, что все-таки, наверное, у вас тут холоднее, чем у нас. Мы толком-то никуда не ездим, все у нас в тепле живем. Тик-токе скачали, вот балуемся. Да, это галерея. Мы идем в галерею. Тут как раз-таки и находится Блэк Стар Бургер. А, которым Вася так мечтает. Вася! Ну вот девушку чуть не убил. Она успела прикрыться. Большой какой центр, да, Вася? Смотри. Это на самом деле один из самых крупных вообще в Петербурге или в Европе даже. Да. Галерея называется, да. Ну, вообще вся история получилась такая, что Вася прибежал ко мне, такой весь, глаза горят, взгляд сумасшедший, мама, это он посмотрел, значит, вот ваши ролики прошлые, прибежал, мама, давай попробуем, значит, вот, исполняют желания, то есть, ну, глаза горят, ну, почему бы не попробовать? Вася, ты шапку-то сними в помещении. Смотри, дракоши какие смешные. Васек, мы пришли, ты можешь выбрать абсолютно все, что захочешь, абсолютно любую позицию из меню. Все? Да, реально все. Ну выбирай абсолютно все, что угодно. Можно ли большой? Просто большой бургер? Большой. Окей, хорошо, я буду заказывать, ты можешь пока куда-нибудь выбрать какое-нибудь место, вот, я к тебе подойду уже с заказом, давай? Хорошо. Окей. Yeah. У нас мальчик, его мечта была попробовать Блэк Стар Бургер. Он уже приехал из Кисловодска, и вот сегодня я исполняю его мечту. Друзья, не забывайте писать в комментариях ваши мечты, и, возможно, именно вашу мечту в следующем выпуске я исполню. А сейчас мы ждем бургеры для Васи, чтобы он просто кайфанул от этого. Лайк, кто тоже хочет бургер. I'm running low on my funds. I might just put it on Visa. I need to sell out arenas. I need a wedding. Вася, короче, смотри, это перчатки. Раскрывай их, потому что этот бургер нужно есть в перчатках. Да, прямо, ну, по-настоящему. Да, перчатки. Trying to get it now, man, I'm tired of waiting. Это точно не сон. Нет, это не сон, это настоящее все. Это очень вкусно. Yeah, big sage on go.
sage on me, I season haters when they boss. Ну что, расскажи о своих впечатлениях. Вот у тебя была мечта, и ты наконец-то ее исполнил. Каково это, расскажи? Потому что зрители, которые меня смотрят, они тоже очень много мечтают. И расскажи, каково это, когда твоя мечта сбылась? Ну, это классно. Это весело, это ты не веришь, что ты очень хочешь это, и оно забывается. Я до последнего не верила вот во всю эту затею сегодняшнюю, потому что, ну, сейчас такое время, кто сейчас на кого-то будет тратить, да, рубль элементарно, да, вот. И тут такой сюрприз. Так, это десерт вам. Я хочу, чтобы вы попробовали и сказали свое мнение. Вот там ложечка прям, это мороженое, причем фирменное самое, да. Синее мороженое. У нас в Кисловодске такого точно нет. Он любит мороженого. Мама вся вляпалась. Вась, хочешь еще? А вот это вот, я знаю, что это. Это печенье. Это печенье. Я слышала, только никогда не ела. Это называется макаронос, да? Что-то типа этого, правильно? Нет? Не так? Макаронос, да. Ой, вот макаронос очень вкусные. Это я хотела сделать. Хватит. Да хватит. Ну все, все, все. Я решил, что тебе в Кисловодск ехать далеко, вот. Я решил, что тебе неплохо бы еще подкрепиться, поэтому тут 30 Black Star бургеров, вот. Поэтому я думаю, что если не сам съешь, то с кем-то поделишься. Хорошо? Пожалуйста, это все твое, но это еще не все. Сейчас ты доешь, и мы с тобой сходим еще в одно место. Васек, ну, как я тебе говорил, На этих бургерах не закончится сегодняшний выпуск, поэтому я решил, что поскольку ты такой ярый фанат Тимати, что у тебя должна быть какая-нибудь одежда из магазина Black Star, поэтому сейчас мы зайдем и купим тебе абсолютно все, что ты захочешь. Васю, конечно, дикий фанат Тимати, и даже вот в школе, вот весной на последнем звонке, он пел песню Тимати. Вот это вот, это понты. Вот, учителя были в шоке. Это вообще нереально. Крутая? Да. Чувствуешь себя теперь чуть-чуть ближе к Black Star? Чуть-чуть. Очень круто, что подошла именно эта фиолетовая, потому что она в единственном экземпляре осталась. Это класс. Я бы себе такую же взял, но, к сожалению, последнюю забрал Васёк. I can hear you breathing when I put it down, yeah. Crazy how last weekend turned into a fling, though. All I want is your audition, can you sing for me? I want melody to take me home. Вася вообще, конечно, сегодня очень стесняется всего. Я вот вижу по его поведению, потому что мы, в принципе, никуда не выезжаем из Кисловодска. То есть, ну, вот для нас это такая большая значимая поездка. Я вижу, что он такой весь какой-то удивленно загадочный, не похожий сам на себя. Вот. Это, видимо, вот такой скрытый восторг, который, наверное, проявится чуть-чуть позже, ну, как обычно. То, что сегодня произошло, мне очень понравилось. Я бы хотел угостить друзей бургерами. Если они, конечно, доедут до туда, но вряд ли. Я бы хотел, чтобы у каждого ребенка, который или взрослого, у которого почти такие же мечты, или его мечты, тоже сбывались.
спасибо вам вообще вот огромнейшее за весь этот сюрприз, за то, что вы нам вот оплатили билеты сюда, столь прекрасный город, за подарки, которые сделали Васе. Вообще за весь вот этот день радости. Это ведь эти эмоции, понимаете, останутся на всю жизнь. Он все это запомнит и будет потом взрослым вспоминать, какое чудо с ним произошло. Как вот, что вообще чудеса бывают. Друзья, не устану вам повторять. Ваши мечты пишите в комментариях, потому что, возможно, именно вашу мечту я исполню следующий. Ну а с вами был Александр Жучкин. Я рад, что вы остаетесь вместе со мной. Жмете на лайк, подписывайтесь на канал и просто смотрите меня. Спасибо вам большое. Всем пока. Мы распечатали вашу фотографию. У меня к вам большая просьба. Вы можете Васеньке написать автограф на этой фотографии? Да, там ваша фотография. Это естественно. Да, конечно. Спасибо. Давайте, да. Вась, дай фотографию. Пожалуйста. Спасибо большое. Держите. Вася. Спасибо.